30 марта в Императорском зале Казанского федерального университета состоялась торжественная часть третьего слета кадетов Следственного комитета Российской Федерации. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при страшном пожаре в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Участниками третьего слета кадетов Следственного комитета Российской Федерации стали более 200 человек, участники четырех образовательных организаций Следственного комитета Российской Федерации, профильных кадетских классов, а также преподаватели и представители следственных органов. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что только объединив усилия мы сможем вырастить поколение, которое знает свою страну и чувствует сопричастность к ее судьбе, и что воспитание подрастающего поколения, их патриотизма, это основа уверенного развития страны. Одной из таких форм воспитания является кадетские корпуса и профильные кадетские классы Следственного комитета Российской Федерации. Сегодня эти образовательные организации в полной мере отвечают всем требованиям нашего времени. Все будет организовано на самом высоком уровне. Это оснащенные новейшие техники, компьютерные классы, библиотеки, спортивные тренажерные залы. А самое главное – это творческий коллектив педагогов, главная задача которого – подготовка вас к ответственной государственной службе. В этом году слет было решено провести в столице Татарстана с учетом высокой значимости республики не только в истории России, но и в ее современном развитии. Выбор нашего университета в качестве площадки для проведения этого торжественного мероприятия, я полагаю, не случайно. Наш вуз был основан в 1804 году согласно указу императора Александра I, портрет которого вы видите на стене перед вами, и является старейшим после Московского университета непрерывно существующим учебным заведением России. Следственный комитет успешно реализует проект воспитания молодых кадров, будущих следователей, правоохранителей. Большинство из сегодняшних кадетов после получения высшего образования выберет интересную благородную профессию юриста и будет работать следователями. Развитие кадетского движения – значимый шаг в деле становления физически здорового, морально выдержанного и духовно крепкого поколения молодых людей. В Республике Татарстан данное направление также имеет свой потенциал развития. Принята концепция развития кадетского образования на 2017-2020 годы, в рамках которой свою деятельность осуществляет 15 кадетских организаций, где обучается 4188 кадет. В ходе мероприятия были вручены награды чиновникам и сотрудникам следственных подразделений. Ректор Казанского федерального университета был награжден благодарственным письмом Следственного комитета Российской Федерации. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.